Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. В этом видео я расскажу вам про новый девайс от компании Famo Vape под названием Magma Kit. Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой панели мы видим сам девайс, который находится под небольшим прозрачным окошком. Также мы видим предупреждение и название самого устройства. На противоположной стороне нет никаких изменений. Технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, мы первым делом увидим сам девайс с предустановленным картриджем. Также там находится еще два сменных испарителя и кабель USB Type-C. Старожилы сразу же узнают в этом девайсе старого доброго Саурина. Подсистема выполнена в формате карточки, но с одним нюансом. Часть картриджа выступает наружу, что нарушает восприятие вейпа как цельного устройства. Видимая часть картриджа и вовсе напоминает клиромайзеры. Габариты у него небольшие, и в руке он лежит очень приятно и не вызывает никакого дискомфорта. Углы, кстати, слегка скруглены. Корпус мода выполнен из металла и с двух сторон покрыт специальным стеклом. На левой грани находится кнопка Fire, а на противоположной стороне находятся кнопки управления плюс и минус. На одной из сторон расположился небольшой, но очень информативный экран, на котором находится информация о заряде аккумулятора, выставленной мощности, напряжении и сопротивлении на испарителе. Внутри этого небольшого девайса расположился довольно огромный аккумулятор на 900 мАч. Заряжается он от 0 до 100% примерно за 1 час. Девайс работает в режиме вариват и позволяет выставить мощность от 5 до 40 ватт. Теперь время пришло поговорить про его картридж. Основная часть картриджа прячется в корпусе устройства, а если ее не видно, то картридж действительно похож на старые добрые клиромайзеры. Все это дело удерживается при помощи довольно крепкого магнита, ничего не трясется, не летит и не вылетает, что очень хорошо. Объем картриджа совсем небольшой и составляет 2 мл. Заправка происходит сбоку. Работает он на сменных испарителях. В комплекте есть две штуки. Один на 0,4 Ом для более свободной кальянной затяжки, а второй на 1,2 Ом для более тугой сигаретной затяжки. Сверху этого картриджа находится сменный дриптип, так что при желании вы всегда можете поставить сюда свой любимый. А в нижней части находится кольцо регулировки обдува, за что можно поставить отдельный лайк компании Famo Vape. Я рекомендую парить на данном устройстве жидкость с содержанием глицерина не более 60%. Также вы на нем можете парить как обычный, так и солевой никотин и даже нулевку. С девайсом будет все прекрасно. А в конце этого ролика я могу сказать, что этот девайс смело подойдет любому пользователю. У него огромный аккумулятор, которого хватит на день парения. У него классная вкусопередача. У него есть регулировка обдува. Да вы даже при желании можете свой любимый дриптип поставить сверху. Ну и в принципе этот девайс отлично передает, как я уже сказал, вкус и никотин. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.